Любимая моя Настенька, спасибо тебе за тепло, за доброту и ласку, которую ты даришь мне. Благодарю тебя за мир, которым ты окружила мою жизнь. Поздравляю тебя с сегодняшним днем. Клянусь оберегать тебя и хранить мир и любовь в нашей с тобой семье. Я тебя очень сильно люблю. Твой Толик.
Дорогой мой любимый Толик, я тебя очень-очень сильно люблю. Сегодня особенный день. Ты вся моя жизнь. Спасибо за то, кем ты являешься для меня. Благодаря тебе я смеюсь, улыбаюсь. И я постараюсь быть понимающей, полностью доверять тебе. Вместе мы сможем противостоять всем-всем-всем трудностям. Я буду заботиться о тебе и прислушиваться, уважать тебя. Я тебя очень-очень сильно люблю. Даются нелегко, потому что они из самого сердца. Итак, я обязана спросить, является ли ваше решение глубоко обдуманным и взвешенным, Анатолий? Аплодисменты, дорогие друзья! Настенька, давайте еще раз поаплодируем. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга поцелуем. Когда-то вы были одиноки. Крупица за крупицей вы заполняли свои судьбы интересными событиями, навыками, умениями. Вы стали наполнены, индивидуальны, как эти сосуды. И вот однажды вы встретились. Две личности, способные дополнить друг друга. Каждый из вас — это удивительный мир. Но каким богатым он становится, когда вы вместе. Сейчас ваш совместный семейный сосуд еще пуст. Но каждый из вас привнесет в него что-то неповторимое. Потому что сегодня также на свадьбе присутствует очень важный
одной семьей. Они объединились. Итак, аплодисменты нашим дорогим родителям! Анна Кириловна, Юрий Анатольевич, Елена Славиковна! Побольше. Быть побольше. Поступайте друг к другу. Будет вам легко.
видишь, играть по жизни вместе очень хорошо. Молодые, я вам люблю. Желаю много, желаю еще больше. Я пожелаю просто любви. Только вот помните, что любовь — это не серенады, не конфетки. Я бы сказал, это тонкая постоянность переживания. Я не ей буду, а то у меня нет. Если ему плохо, или я грустно, то грустно или нет. А тогда я люблю. Живите здорово. И любите здорово. Но это занос после второго оставить. Я тоже скажу. Мой самый маленький женится. Горько мне. Горько! Место доверяем мы сына нашего, ты знай, теперь его мы потеряем, отправим в ваш семейный рай. Но это ведь не стоит грусти, мы рады, он теперь с тобой, без сожаления отпустим, зови его теперь родной. И мы надеемся, что часто мы сможем видеть вас вдвоем, слились в одно две равных части. Вперед, любовный водоем! Парень с руками, ты вот своими крепкими руками можешь делать все, что угодно.
помним, как ты с помощью своих крепких рук, с помощью обычного сейфа сделал мангал. Мы помним и о других твоих великих поступках. Вот этот скромный подарок, он символизирует твое мужское начало. Ты должен всегда крепко держать свою семью. Я думаю, ребята еще добавят. Праздник сегодня не только у Толика, но у его семьи, у Толика и Насти. Ну, наши пожелания адресуются как бы к семье, ну, я думаю, наш подарок будет близок к Толику. Ну и пригодится не только Толику. То есть вот такая вот, да, сложная ситуация. Вот я хотел зайти издалека. Вот Егор любит Балканстрой. Балканстрой. Да, вот так вот. Да. А Толик любит брать его Балканку. Часть Болгарии достается Толику. Как настоящему, в принципе, потомственному болгарину, желаю, чтобы у тебя потомство тоже было с руками, способное, чтобы ты сам воспитал, передал весь свой опыт, все свое мужское начало, научи своего сына так же владеть инструментом, как ты. Так, нет, водяры, нормально, не, коньяка не надо, что водяру наливать. Ну, это вот вторая, подожди. Фужер шампанский, Коль, фужер, давай. Ну, это быстрее. Друзья, давайте. У кого открытая бутылка шампанского есть? Вот, Миха, давай, наливай полку. Ну, чтобы подсластить кому-то подгорчить. Подожди, Ильюшка, дружище, аккуратно. Я просто предлагаю, перед тем, как будут выполнять, короче, наши конкурсы, короче, наши замечательные дружок и дружка, они должны выпить это. Но сейчас, короче, отец нашего жениха хочет еще добавить что-то. Уважаемые дамы, неужели сидя в 21 веке мы будем уподобляться вот этой дикости? И я хотел бы, чтобы Толик и постоянно читал те стихи, которые я сейчас буду произносить. Это стихи неизвестного корейского поэта, но тем не менее они очень красивые и очень сердечные. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Не дух, не мимолетное видение, а гений неземной чистой красоты. За те слова скажу я Пушкину спасибо. Их ты придумал, русский наш Акын, влюбленным сердцем повторяя, мол, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Прекрасно чудное мгновение. Надеюсь и уверен, повторю не раз. Ты теплая, как лето дуновение. Ты теплая. И весь мой сказ. Пусть обойдут тебя печали стороной, и пусть не приключится у тебя беда. А если суждено на месте быть с тобой, то будь такой же теплой, как сейчас. Всегда. Это слова от Толика были. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы он постоянно читал. Дамы приглашают кавалера. Белый танец.
замужем? Девчоночки, не сидим на месте. Вот наши красавицы, отлично. 4, но я знаю, что это не весь состав. У нас еще есть незамужние девчонки, претендентки. Так, посмотрим в этой стороне. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сразу же, да, приглашаю сюда прийти для того, чтобы попробовать поймать прекрасный букет. Вот наши девчонки-красавицы. Итак, дорогие девушки, вам вручается по одному. По одному. Вот такие вот ключики. Ключики очень непростые. Только один ключ подойдет к нашему замочку, который откроет заветный букет. Отлично. Толечка, я вижу, ты нам помогаешь очень активно. Да, ну давай тогда девчонкам раздавать ключики. Так, так, так. Ага, кручу-верчу, запутать хочу. Вот у нас, да, судьба будет сама своей ручкой. Давай, доставай. Давай. Вот так вот. Так, да. Отлично, девчоночки, у нас одна за одной. Берут по ключику. Интересно, какой же может быть? Такой же сможет подойти. Запутались. Их нет. Настюшка, не жалко расставаться? Такой красивый, весь вечер. Жалко, жалко очень. Ну, я думаю, что девчонкам, подружкам совсем не жалко отдавать свои, правда, поделиться счастьем. Они тоже обязательно выйдут за это. Да, хорошо. У нас будет вот как раз есть. Вот как есть, она не знает. Ключ от сердца совершенно. Совершенно верно. Хитро, хитро, у нас система очень-очень хитрая. Но, девчонки, держитесь духом. Вот так, отлично. Baby, I'm with you.
хочется сказать спасибо всем, кто сегодня присутствовал здесь, кто разделил с нами кусочек нашего счастья, кто был причастен к этому празднику. Я думаю, таких людей здесь очень много. Да, все вы помогали нам. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что все понравилось.